Да, добрый день. Мы продолжаем. В прошлый раз мы уже немножко отстаем, да, поэтому сегодня попробуем чуть-чуть нагнать. Вот, значит, сегодня будет много буков, вот, много текста, имеется в виду формул. Вот, поэтому я буду акцентировать внимание на основном, и чтобы быстрее идти немножко, мы будем... Некоторые вещи я буду отсылать к литературе. Значит, я открыл доступ к группе FB. Да. Все нормально, да? Мы видим. И положил туда еще две новых книжечки. Даже три. Значит, эти три новых книжечки как раз касаются в основном сегодняшнего нашей темы. Это тема источника открытого текста. Мы сейчас закончим то, что мы говорили в прошлый раз, и перейдем к источникам открытого текста, потому что без них, в общем-то, говорить о стойкости, моделях стойкости достаточно сложно. Итак, первое, заканчивая наш вчерашний, прошлосубботний разговор, да, мы закончили на том, что мы вывели некую показатель, такой количественный для систем, которые не описываются в классическом смысле, да, не описываются, не попадают под наши нормативные документы. Трагедия еще и в том, что ни одна из этих систем новых, да, вот облачных, они не попадают под наши нормативные документы, под NDTZI. То есть формально это AS класса 3, да, но они нормативные документы не учитывают особенности, вот тех, о которых мы говорили, да, что невозможно, не зная периметра, да, системы, построить и модель нарушителя, и модель угроз, и даже, в принципе, модель уязвимости. И, кстати, вот это действительно получило огласку, так сказать, на последних форумах, которые проходили по кибербезопасности в мире. В частности, вот на том форуме в октябре 2017 года, который проходил в Кракове, Европейский форум по кибербезопасности. И там как раз отдельный доклад был посвящен... заходите. Отдельный доклад был посвящен вирусу не Петя. Вирусу не Петя. Все. Никто больше не войдет. И главное, не выйдет. Да. Вирусу не Петя. И акцент был сделан на том, что в существующем, даже на Западе, подходе к безопасности, к обеспечению безопасности и даже определению уровня безопасности систем, вирус не Петя, к сожалению, и невозможно было предугадать, да? Потому что было несколько вещей, которые нарушали те теоретические модели, которые лежат в основе построения систем безопасности. А именно первая модель – это то, что от доверенного, в общем-то, источника, да, от источника патчей, доверенных патчей, значит, он был взломан, и шли недоверенные изменения в систему, что подчеркивало то, что мы с вами говорили. То есть модель уязвимости уже нет, модели угроз уже нет, да. Насколько я слышал, там проблема была в том, что медок не подписывал свои обновления, либо там была просто кривая система подписи. Не совсем так, не совсем так. Дело было не только в отсутствии подписи у медка, значит, а дело было в том, ну, в нескольких вещах было, значит, в том числе неправильных настройках, то есть, что утилита Мимикац, она получала определенные права и, так сказать, не было возможности инкапсулировать быстро, когда зараженный компьютер в системе был, невозможно было практически быстро инкапсулировать заразу. Но дело было не только в том, что были не подписаны
патчи Митка, а дело в том, что сам Медок взломали, и от имени Митка, распространяли эти патчи. Другое дело, что если бы эти патчи были бы подписаны, то было бы, наверное, проще проверять целостность и аутентичность этих патчей. Однако, если он был взломан, а он был взломан, то, так сказать, подпись не помогла бы. Потому что, например, то же самое изымалось бы из сервера эта вещь, и туда помещалась новая подписанная же вещь. То есть, ну, тут нельзя сказать, что в этом была основная причина. Основная была причина в том, что такую уязвимость мы не предусматривали. Даже в теории. То есть, что от, скажем, доверенного узла, да, он был доверенный узел. Другое дело, что, может быть, доверие это можно было повысить каким-то образом. Ну, не, может быть. Как бы доверие компании, владельца, которые являются, ну, я, наверное, не буду сейчас об этом слишком сильно разговаривать, но, ну, были как бы разные слухи, но вот одни из них это те, что владельцы Митка это просто, ну, они были связаны с российскими институтами. Нет, просто. Это не так. Это вот, это слухи. Доказать это не удалось. Это были слухи. Это я вам точно говорю, что это были слухи. Более того, вы ж мало кто это знает, а СБУ это не распространялось, а поскольку, так сказать, Нацбанк это обнаружил первым, я имею право об этом говорить, что было два пути заражения, не один, как пишут. То есть зловред распространялся не только через обновление Митка, а первое заражение было именно фишинг. И на Нацбанк, и на Ощадбанк, вот Ощадбанк, Укргазбанк, ну, другие банки, они пострадали именно не через обновление Митка, а через фишинг. Не очень классический, но фишинг. Вот. Ну и не буду рассказывать, это тема отдельного разговора. В общем, я акцентирую внимание на том, что мы имеем некую другую модель безопасности для хмарных облачных вычислительных систем. Это там комментирует меня кто-то уже, да? Или вы фильм смотрите? Хорошо. Итак, значит, мы рассмотрели, что в общем, подводим итог, небольшой промежуточный, что в общем криптографические методы защиты являются базовыми для остальных методов защиты. Могут и должны быть реализованы таким образом, чтобы общий количественный показатель защищенности как традиционных, так и облачных систем, ну, мы могли каким-то образом посчитать адекватно. Для того, чтобы адекватно его посчитать, мы должны адекватно посчитать, в чем же все-таки измеряется стойкость криптографической системы в целом. И вот тут давайте посмотрим, как формируется стойкость самой криптосистемы. Итак, самый большой объект, с которым мы имеем дело, это система средств криптографической защиты информации. Она состоит из криптосистем. Даже она состоит не из криптосистем, она состоит из средств КЗИ, естественно. Средства КЗИ – это реализация криптосистем. Значит, криптосистема включает в себя
несколько составляющих. Это, собственно говоря, шифр, инфраструктура, криптосистемы. Система и правила эксплуатации криптосистем. А вот это шифр и инфраструктура уже состоит из крипто примитивов. То есть, самый маленький кирпичик, из которых строится система средств КЗИ, это криптопримитив, который реализует шифр, реализует инфраструктуру криптосистемы. Что относится к инфраструктуре криптосистемы? Это система управления ключами и система управления конфигурацией. Криптосистема. Ну и правила эксплуатации криптосистемы. Сама криптосистема реализуется в виде какого-то средства КЗИ, а средство КЗИ образует систему средств КЗИ. Систему средств КЗИ. Здесь вот фактически криптосистема может еще в другой литературе реализовать некий криптопротокол. Криптосистема может реализовать некий криптопротокол. То есть систему действий, направленная опять-таки на решение определенной задачи защиты информации. И мы с вами в основном в нашем курсе будем сосредоточены на изучении вот этого и вот этого кусочка. При этом стойкость криптосистемы, естественно, не выше, чем что? Чем стойкость заложенных в нее криптопримитивов, инфраструктуры и стойкости вот этого, правила эксплуатации. Да? А, естественно, стойкость системы средств КЗИ не выше стойкости реализации криптосистемы, реализованной уже криптосистемы. Какие криптопримитивы сейчас известны? Первый, самый главный криптопримитив – Ж. Генератор. Первый криптопримитив – это генератор. При этом часто вот здесь вот добавляют буквочку R. Значит, мы вводили уже алфавиты, не вводили еще, нет? Значит, ну, давайте введем несколько обозначений. А. Мы будем обозначать алфавит. Очень часто мы будем в качестве алфавита использовать такой алфавит, но иногда это будет и русский алфавит, иногда и английский алфавит, там, где это нужно. Значит, множество А со звездочкой. Или, когда вот так будем записывать, 0,1 со звездочкой. Это множество всех комбинаций символа алфавита и символов алфавита, произвольной длины. Вот такое обозначение или вот такое обозначение. Соответственно, множество строк, да, не больше длины К из символа алфавита. Здесь произвольная длина строки из символа алфавита
Здесь длина строки ограничена. Итак, первый примитив генератор – это отображение множества строк конечной длины в множество строк бесконечной длины. Да? Обратный, или, как говорят, дуальный примитив, его еще называют идеальный генератор. Обратный – идеальная хэш-позиция. Идеальная хэш-функция. Понятно, да? Вот, то есть да. Дуальное обратное преобразование. При этом добавляют следующие вещи. Вот буквочку R, да? Вот здесь буквочку R. Говоря о том, что распределение этих строк, да? Если мы делаем выборку, да, из этого множества, естественно, выборку из этого множества, то мы делаем выборку ансамблей, все реализации каждого ансамбля будет соответствовать равномерному распределению на всем множестве ансамблей. Вот это подчеркивает эта буквочка R. Поскольку это такое нетрадиционное, немножко, ну, не классическое определение вероятностного пространства здесь, поэтому вот подчеркивается просто эта буквочка R. Это так называемые примитивы первого уровня. На самом деле существуют другие криптографические примитивы, но Галдрайх в своей книге Foundation of Cryptography высказал гипотезу. Очень интересную, которая, ну, имеет место вообще на жизнь, что только с помощью этих двух криптографических примитивов, G и H, путем наложения дополнительных условий на эти отображения, ну, например, на хэш-функцию, вы знаете какие, но мы еще раз повторим потом, то есть это отсутствие возможности определения прообраза, да? Первого, второго порядка. Определение, отсутствие, возможно, отсутствие коллизий, то есть коллизистойкость. И то же самое существование генератора. Опять-таки предполагается, что этот идеальный генератор является генератором равномерно распределенных последовательностей уже в классическом вероятностном смысле. Так вот, при таких дополнительных требованиях только с помощью этих двух генераторов можно построить, примитив, можно построить любую криптосистему. То есть любое криптографическое преобразование. То есть все сводится вот к этим всего лишь двум отображениям. Но это, подчеркиваю, гипотеза. Потому что, например, асимметричные криптосистемы для того, чтобы построить, да, очень интересно, можно, но дополнительные ограничения непонятно, как ввести, потому что вы знаете, что асимметричные криптосистемы будем рассматривать, принципиально нуждаются в такой конструкции, как вероятностное шифрование. При этом даже несуществование, мы посмотрим, что существует, должно быть соблюдаться P не равно NP, но это тоже слабое, так сказать, наше требование совершенно, потому что для нас, как показал и имплиация, и Рудик, должны существовать односторонние функции. Гипотеза существования односторонних функций. Итак, вот эти примитивы первого рода. Примитивы, запишите, второго рода. Что такое криптографические примитивы второго рода? Первый. Примитивы шифрования. Примитивы шифрования. Или
криптографического преобразования здесь подразумевается асимметричное и симметричное, и то, и другое. Примитивы шифрования. Второй. Примитив цифровой подписи. То есть цифровая подпись тоже относится к примитиву. Третий примитив. Примитив Message Authentication Code. MAC. Код аутентификации сообщений. В режиме для нас с вами, для наших национальных алгоритмов, в ГОС-28-147-89 это что? Режим выработки имита вставки. То есть запишите имита вставки. Можно вопрос? Да. А есть какие-то примеры готовых асимметричных криптосистем на первых двух примитивах? Вот, асимметричных? Первого рода, да. Да, есть. А какие? Мы будем их рассматривать, это просто сейчас мы забегаем очень сильно вперед. Это, например, те, которые относятся к постквантовым примитивам. Есть асимметричные криптосистемы, полностью построенные на хэш-функциях. Полностью вообще. То есть, опять, забегаем чуть-чуть вперед, но сейчас поговорим, почему постквантовых и почему именно вот на хэше являются такими хорошими конструкциями. Только на хэш-кодах. Или только, даже есть асимметричные криптосистемы, только на помехоустойчивых кодах. Не, ну на помехоустойчивых я слышал, это криптосистема Макарис. Не только. А, ну, там да. Есть еще одна криптосистема. Есть, ну. Извините. Это уже дополнительные очки. Минус. Заходите. Только не наши. Смотрите, сейчас, хорошо, давайте закончим с криптопримитивами. Я, когда будем рассматривать типы стойкости, я на ваш вопрос отвечу. Еще более развернуто. Итак, какие мы шифрование, цифровая подпись, коды аутентификации сообщений, да, или вот это примитивы второго рода, да. То есть обратите внимание, да, это совсем низкоуровневые. Да, видите, мы совершенно вводим два очень интересных дуальных преобразования. Они, кстати, будут играть огромную роль в введении критериев стойкости асимметричных криптосистем. Когда мы будем рассматривать вероятностную модель шифрования и стойкости асимметричных криптосистем и стойкость в смысле полиномиальной неразличимости, там будет обязательно присутствовать и вот этот элемент. Без них никак. И самое интересное, что любая детерминированная асимметричная система, она нестойкая. То есть вот если вы применяете в чистом виде криптосистему RSA, без всяких дополнительных преобразований открытого текста, да, то она ломается в частичных случаях всегда. В общем случае при определенных условиях. Тоже посмотрим, какие. А вот если ее строить правильно, то есть некое преобразование делать открытого текста, то она тут же превращается в систему вероятностного шифрования и приобретает своей стойкости очень достаточно много. Итак, это то, что касается криптографических примитивов. Теперь давайте подумаем, как оценить их стойкость, пока в общем. Мы уже говорили с вами, да, что рассматривать стойкость криптографического даже преобразования в отрыве от понятия информации, да, дело не очень, так сказать, логичное, да, и не очень хорошее. Да. То есть мы должны понять, так сказать, если криптографическое преобразование скрывает смысл сообщения, да, мы должны понять, что такое смысл. Да? И мы с вами говорили, уже вводили понятие, что такое информация, что такое данные, да? Записывали. Да? Вот. И что такое мера информации, прагматическая, семантическая и так далее. Да?
И мы... Нет еще? Нет. Ай-яй-яй. Хорошо. Давайте тогда проговорим чуть-чуть еще про меры. Итак, для того, чтобы измерять информацию, для измерения информации, вы, наверное, знаете только одну меру, синтаксическую, да? Не знаете тоже, да? То есть теорию секретных систем Шинона не слышали даже, да? Слышали. Слышали, да? Хорошо. А чем там измеряется количество информации? Битах. Опять в битах. Да что ж такое? Неправильно, не в битах. Информация – это энтропия, правильно? Да, да, да. Энтропия измеряется в битах. Нет. А вот не в битах. Нет, ни в коем случае. Может, еще в чем. Правильно. А что за величина? Энтропия. Хорошо, я спрошу по-другому. Что такое энтропия? Что такое энтропия источника? Мера непрерывности. С математической точки зрения. Ну, это... Давайте я запишу формулу, да? А потом мы с вами ее разберем. Вот почему сумма, да, с обратным знаком еще. Вот почему вот это вот логарифм b. Что, вообще, вот что вам напоминает эта формула, да? Ну, если дискретного источника, да? Вот из теории вероятности, что вам напоминает эта формула? Средняя, так. А что такое средняя в теории вероятности? Мат-ожидание. Мат-ожидание, так. Отлично. А теперь мат-ожидание чего же? Мат-ожидание какое-то хитрое. Нет, никакого хитрого. Это мат-ожидание вот этой величины. Да. Что такое вот эта величина? Вот смотрите, какая очень интересная величина, да? Вот она единичка на 0,5, максимум на 0,5. Так что это за величина? Чтобы вы никогда не говорили, что измеряется информация в битах. Говорили, все. Женя сказал, так сказать, это же ответственность группы. Да, он же принадлежит к определенному комьюнити, да? В комьюнити называется FE73, да? Вот. Комьюнити FB немножко, так сказать, в этом плане лучше, потому что Женя не принадлежит к их комьюнити. Так вот, что же это такое? И почему Шинон? Дядька Шинон, Клод Эльвуд, выбрал вот эту величину. В чем тут дело? Оно не похоже на мат-ожидание. Оно, если бы это было мат-ожидание, у нас бы там возле ПИ стояло бы значение, как бы, ну вот, ПИ, например, там бы стояло вместо логарифма ПИ какое-то И, да? Тогда бы это было там... мат-ожидание, в том случае, нет. Это как раз вероятности, это как раз вероятности на что-то. Вот на что? Что вот это такое? Это называется, я не буду вас уже мучить дальше, да, я вижу, вы не знаете. Это называется неожиданность сообщения. Это мера неожиданности сообщения. Так вот, информация, во всяком случае, это не информация, это энтропия. А информация – это разность энтропии. Какое? Какая разность? Опа. А что такое информация все-таки? Так, вы что, вообще позабывали все? Да, нет. Информация – это что? И. Это разность энтропии, да? Да. И х, и каких энтропий? Ну? Суммисно? Какая суммисно? Условно. О! О! А почему так? Ну, мы будем подробно говорить, когда будем говорить о модели Шинона и недостатках. И когда модель Шинона, когда Шиффер-Нано нестойкий, очень часто нестойкий. Ну, вот без этого труд... Вот когда она равна нулю, да? Когда условная энтропия, да? Независимо. Равна безусловной энтропии, да? Да, так, хорошо.
Условная энтропия – это то есть что-то мы знаем, да? Да, да, x, y независимо, как дискретный источник, да? То есть, например, знание о том, что меня любят все девушки, да? Абсолютно, так сказать, не добавляет информации о состоянии моего желудка. Ну, к примеру, да? Так? Так, ладно, это шутки, все. Итак, что такое, как измеряется информация в синтаксической мере? Шинон решал очень простую задачку. Шинон решал задачку оптимального кодирования, так оно потом и назвалось, кодирование Шинона-Фано, при передаче сообщений. Ему нужно было решить задачу передать оптимальным, то есть минимальным по длине кодом состояние системы, информацию про состояние системы. Естественно, что если на другом конце знают об информации системы все, да? То есть с вероятностью единицы знают состояние системы, то ничего что, передавать не нужно. Вы поняли, да? Да. И самую большую информацию несет сообщение, вероятность которого равна 1/2. То есть максимально неожиданное сообщение. Еще приведу пример, тоже очень важный для криптографии. Если молодой человек спрашивает у девушки, которая, любите ли вы меня, и он точно знает, что она его любит, это не несет никакой информации. Поэтому вопрос девушки, любимому человеку, а любишь ли ты меня, повторяемый многократно, не несет никакой информации. Вы поняли, да? В чем тут суть? А вот это средняя мера неожиданности или мат ожидания неожиданности. Именно вот эта формула и определяет длину кода, минимальную длину кода, которой мы можем передать информацию про состояние системы. Но это только относится к чему? К синтаксической мере, то есть к состояниям источника, да, тем более дискретного источника. И тогда формула Шинона совпадает с формулой Хартли. На самом деле вот это вот формула Хартли, информация Хартли. Да? Но об этом вы почитаете сами, потому что если мы будем углубляться в эту интересную тему, ну это будет очень тяжело. А дело тут вот в чем, что если у нас состояние системы описывается четко степенью двойкой, степени двойки, их столько, да? Вот тогда это формула Хартли. А если не описывается, то есть дискретные, то есть может ли быть информация 1.5 бита? Конечно, может. Может. И вот тогда это формула Шинона. Вы поняли, да? Хорошо. Так вот, запишите, что количество информации зависит от применяемых мер информации. На сегодняшний день существует 3 меры информации. Или 3 подхода к измерению информации. Эта книжка, если хотите больше об этом узнать, это книжка «Информационная безопасность державы» Богуш Юдин. Тоже могу выложить туда. Значит, перша синтаксичная мера, синтаксическая мера информации. Где количество информации оценивается вот таким образом. То есть уменьшением неопределенности системы. Уменьшением неопределенности системы. Вторая мера. Еще более интересная. Семантическая мера. Иногда мы будем к ней прибегать. Значит, я сейчас график один нарисую. Он очень быстро объяснит ситуацию.
N. И N. SN. S. К. Оптимально. Я попытался изобразить такую перевернутую параболу. Не знаю, как это у меня получилось. Значит, где ИН – это количество информации, СН – это тезаурус, объем тезауруса. Тезаурус, да, словаря. Тезаурус – совокупность сведений, которым обладает пользователь или система. При, ну, вот, ноль, да, назовем его точка SP. При SP равно нулю информация не воспринимается, потому что пользователь или система что? Не знает терминов, в котором ей подается информация. При S там K, да, стремящийся к бесконечности, да, ну а именно в точке вот некой. Давайте назовем SNN, точка насыщения. Пользователь все знает, и дальнейшая информация ему не нужна, он ее не получает. Поэтому есть некий оптимальный, естественно, размер, да, тезауруса, при котором вся информация, которая, так сказать, поступает, будет максимальной. Значит, ну... Хорошая, очень хорошая мера, но, к сожалению, в отличие от шеноновской, она не является практичной. Мы сейчас посмотрим, как ее, какими ужасными зубодробильными формулами, например, Шульца или других, значит, она выражается, поэтому на практике применяется редко. Третья мера, прагматическая. Вот это применяется на практике часто, и мы с вами ее будем применять. Значит, в прагматической мере никаких общих вещей нет, то есть формул общих, универсальных нет, и определяется она следующим образом. Эта мера определяет пользу информации, поступаемой пользу данных будет правильнее. Пользу данных для решения конкретной задачи оптимизации целевой функции. Для решения конкретной задачи оптимизации целевой функции. Поэтому, например, запишите просто пример. В задачах дискретной оптимизации данные, которые, с помощью которых можно найти глобальный минимум, являются информативнее данных, с помощью которых ищется локальный минимум. Это прагматическая мера. Значит, ну давайте еще немножко, чтобы, так сказать, иметь полную картину про
семантическую и синтаксическую меру. Еще буквально пару примеров нешиноновской информации. То есть шиноновская, я вам напомнил, мы к ней вернемся, очень хорошо вернемся. А вот теперь нешиноновские меры. Так. Итак, мера Шульца. Значит, дополнительно для каждого сообщения устанавливается оценочная шкала. По которой самым негативным или неинформативным состоянием системы присваиваются низкие коэффициенты, самыми значимыми или самыми несущими информацию, смысл, самые большие значения. Для удобства эти значения V0 рассматривают, рассматривают как степени двойки. Ну, а соответственно, оценочные коэффициенты нормируют. То есть V0 это у нас WGT большое на сумму всех наших вот этой нашей шкалы такой. И тогда энтропия, которая оценивает смысл сообщение, то есть семантическая мера, описывается с помощью двух характеристик источника. Это вероятности состояний и вот эти оценочные коэффициенты, то есть P1 и так далее, Pn и омега W1, WN. И это все равно минус от единицы до n PIT WIT на сумму нормирования опять g единицы до n PGT WGT на логарифм вот этой, соответственно, величины. Я здесь вытру. Легко заметить, что при каждой, если для каждого ПИТ, для каждого ИПИТ равно ВИТ, это превращается в формулу энтропии Шинон. Именно поэтому подход Шульца, обобщение подхода Шинона, но который позволяет оценивать семантику или информативность сообщений. Другое дело, что почему он не является хорошим практическим
хорошая практическая мера, потому что вот эти вот коэффициенты W очень тяжело выбирать. И приходится их выбирать для каждой системы. Но иногда это является полезным. Это является полезным, в том числе и для криптографии. Значит, вот один из подходов совершенно интересных, которые мы будем рассматривать уже в самом конце курса, это так называемые ущербные тексты. Вот, когда с помощью специфического метода кодирования и сжатия с потерями достигается новая граница стойкости криптосистем. Вот, и такие методы действительно могут использоваться даже на практике. Ну, есть еще, кому интересно, есть еще для оценки сообщений семантика, семантическая мера, подход Лонга. Вот, он очень похож на этот. И опять появляются некие коэффициенты полезности, вот, которые тоже выбирать достаточно сложно. Кому интересно, я дам ссылочку на источники. Это действительно, кто заинтересуется, это совершенно особое направление в криптографии, связанное с вот такими моделями и повышением стойкости на основании специфических кодирований текстов. Вот три меры, которые мы с вами рассмотрели. Каждая мера информации имеет право на жизнь. И я был бы не я, если бы я не упомянул еще об одной мере, которую мы тоже будем изучать. Вот эту будем изучать специфическую меру очень подробно. Запишите, поэтому сегодня я только дам понятие про нее. Это мера Калмогорова. Или калмогоровская мера количества информации. Здесь удается построить вообще совершенно новые подходы к криптографическим преобразованиям. Что такое мера Калмогорова на пальце? Запишите. Информация или количество информации в данном случае является сложность алгоритма, о том поговорим какого, так называемого универсального декомпрессора, сложность алгоритма, порождающего информацию. Простой пример для понимания. По Шинону в совершенно случайной равномерно распределенной последовательности, да, максимальное количество информации. Правильно? Ну, если подойти с точки зрения синтаксической меры. А с точки зрения Калмогорова все очень просто. Если эта информация, вот мы берем случайную последовательность, да, и применяем к ней алгоритм сжатия. Если последовательность уменьшается в длине, да, это что значит? Что ее можно описать более коротким алгоритмом. И тогда информация в ней, да, меньше, чем просто. То есть, грубо говоря, вместо того, второй пример, который может быть более вам понятен, да? Значит, вместо того, чтобы запоминать в голове, да, полную, например, таблицу квадратов, чисел, да, вы можете запомнить всего лишь алгоритм, да, умножения, возведения в квадрат. И получать любой квадрат тогда, когда вам нужно. Да? Это всего лишь табличный метод задания функции, да? Или какой-то другой метод создания функции. Да? Ну, если говорить совсем философски, да, то вся наша Вселенная, да, это маленькая субатомная частичка, да, которая каким-то образом, по какому-то алгоритму, полностью развивалась в нашу Вселенную. Вот. Вот вам сжатие информации. Да? Ну, можно приводить другие примеры, но эту меру мы будем разбирать более подробно. Итак, информацию мы можем измерять различными способами. Нам для криптографии важно, чтобы криптограмма, да, наша не несла чего? Никакой лишней об открытом тексте. Понятно, да?
И в соответствии с этим мы определяем первый тип стойкости криптосистемы. Это теоретико-информационный тип стойкости. Запишите. Если противнику или криптоаналитику не хватает информации для того, чтобы получить по шифр-тексту открытый текст или ключ, другими словами, в общем, взломать криптосистему. Итак, если нашему противнику, криптоаналитику, не хватает информации в шифр-тексте для того, чтобы определить открытый текст или ключ, или более общий, взломать криптосистему, то такая криптосистема является теоретикой информационной стойкости или стойкой в теоретико-информационном смысле. Противник – это который обладает бесконечным числом ресурсов. Да, ну, вот тут, понимаете, нельзя сказать ресурсов, ну, это в смысле, временем, это... временем и вычислительными возможностями, да. Ну, это в смысле, как совершенно секретная система. По Шинону, да, но есть другие системы. Вот сейчас мы рассмотрим их. Еще раз, где остановились? Система называется. Такая система называется теоретико-информационно-стойкой или стойкой в теоретико-информационном смысле. Ну, можно и так, и так. Итак, чем здесь ограничен противник? Он тоже ограничен ресурсами, да? Но он не ограничен ни временем, ни вычислительными ресурсами, да? Ни там денежными ресурсами. Он ограничен одним. Он не может узнать больше информации. Все. Потому что если он, например, узнал ключ каким-то внесистемным образом, да, то система тоже будет нестойкой. Понятно, да? К этому классу, этот класс стойкости делится на два. Вот этого вам еще не говорили. Делится на два типа. Первый. Это безусловно, совершенно или абсолютно стойкие. Синонимы. Безусловно, абсолютно или совершенно стойкие системы. Еще раз. Безусловно, абсолютно или совершенно стойкие системы. Это системы, в которых количество информации, ну, будем обозначать, да, shift-текст как лучше, C, да, как принято, да? То есть это криптосистема, когда количество информации в shift-тексте относительно открытого текста или относительно ключа равно нулю. Такие системы — это совершенно стойкие, безусловно стойкие или абсолютно стойкие. Вторые стойкие криптосистемы в теоретико-информационном смысле — это когда больше нуля. Как называется? Сейчас скажу. Но меньше чего? Неопределенности открытого текста. То есть мы какую-то информацию о чем? Об открытом тексте получаем, но ее недостаточно для того, чтобы однозначно решить, какой это открытый текст. Такие криптосистемы называются идеально стойкие. Не абсолютно, но идеально стойкие. И вот самое интересное, что второй класс криптосистем используется гораздо шире, чем... Вот к первому относится шифр-верна, пример, да? И теперь вот тоже простейший примерчик, ну, который, я не знаю, приводили вам или нет, который позволяет понять суть шифра, вот этой вот формулы и суть шифр-верна. Давайте самый простой шифр-верна. Итак, N у нас кодируется нолик или единичка. Предположим, нолик — это там да, единичка нет.
Приезжаю, не приезжаю, например, да? С, извините, К ключ. Это у нас тоже нолик или единичка. Каждый из выбирается с вероятностью 1/2. Здесь у нас тоже полнейшая неопределенность относительно модели открытого текста. Да? Ну, действительно, ну не знаю, есть билеты или нет. Приеду или не приеду. Вот. Ключ. И шифр текст. Классика. Просто классика. Значит, да? Сложение по модулю 2. Да? И теперь давайте смотреть на эту штучку. Вот, предположим, у нас идет единичка, да, по каналу связи. Это что значит? Это значит, либо два варианта, да? Либо у нас был что? Нолик, да, и единичка, да? Либо единичка, да? И нолик. Идет нолик, да? Что это значит? Это значит опять нолик и нолик, или единичка и единичка, да? Ну, соответственно, если вероятности все 1/2, да, то для нас что идет единичка, что идет нолик, не несет абсолютно никакой информации. Более того, это некая просто сигнализация. Обратите внимание, что мы должны ключ этот распространить до этого. Да? И длина ключа равна длине сообщения до этого. Фактически это просто сигнал. Поднятие сигнала. Да? Сообщение есть. Для противника, естественно. Таким образом, что бы вы ни делали, да, кроме определения ключа, ничего или изменения самого открытого текста. Тоже интересная вещь. То ничего, никакой информации вы не получите. Ноль. Информации ноль. Да? Как вы сидите на первом курсе, да? На физике, да? Кравцов что-то пишет, да? Информации ноль. Да, то же самое здесь. Хорошо, я вам вкину еще один интересный вопрос. Кто мне ответит развернуто, 10 баллов на экзамене плюс. А существует ли отрицательная энтропия? Ну, то есть, существует ли, я неправильно задал вопрос, существует ли отрицательная информация? То есть, бывают ли ситуации, когда информация не ведет к уменьшению неопределенности? А только к повышению? Да. А дезинформация не считается? Я больше ничего не буду говорить. Вот кто ответит, плюс 10 баллов выиграет. Ответьте как надо, да нет? Я сказал до этого развернутый ответ. Кто мне даст развернутый ответ? Поэтому внимательно слушайте. Так. То есть понятно, да, на таком психологическом уровне, что такое нет информации, да? Да? Что такое она равна нулю. А теперь смотрите, а теперь она не равна нулю. Что это значит? Что множество открытых текстов, да, допустимых при данной криптограмме, уменьшилось. Да? То есть мы, например, можем говорить, да, да, что-то отсеять. Например, если у нас информация, мы должны определить, какого цвета, да, там, например, какого цвета крокодил, да, вот, и у нас есть выбор, да, там, все цвета, да, то после получения шифра текста, да, нашего, да, мы можем уже, например, цвет черный, там, белый и красный вычеркнуть, понятно, да, но до сих пор мы не знаем, какой крокодил, зеленый, там, бурый или желто-малиновый. Ну, вот так вот.
Понятно, да? Да. Наверное, тот случай, когда мы, например, перехватили там криптограмму, которая меньше расстояния единственности. Совершенно верно, Евгений. Совершенно верно. В точку. Вот запишите, что когда у нас случай второй идеальной криптосистемы, мы работаем на уровне или меньше, чем расстояние единственности. Будем подробно разбирать, когда мы дальше, но на это увидится сразу из формул. Такие системы называются системами Rip-Van-Winkle по имени одного известного голландца, да, который попал не в свое время. Rip-Van-Winkle. Идеальная криптосистема. Так, это первый случай или первый тип стойкости. Да? Но, к сожалению, даже криптосистемы Rip-Van-Winkle и другие, они имеют одну нехорошую особенность, что все они, большинство, скажем так, я приведу одну, которая не сильно так построена, большинство, они требуют, очень требовательны к генераторам нашим, вот этим генераторам случайных последовательностей, очень специфическим, которые достаточно трудно построить. Ну, например, одним из недостатков шифра Вернама, кроме длины ключа равно длине сообщения, является то, что получить ключи для шифра Вернама тоже чрезвычайно сложно. Потому что построить равномерно распределенную случайную последовательность оказывается, так сказать, практически тоже очень тяжело. И мы с вами будем говорить об этом и несколько приближений к теоретическим моделям делать. И действительно очень тяжело. Значит, поэтому, как правило, все системы относятся ко второму классу. Теоретика сложносного. Запишите. Второй тип стойкости – это теоретика или теоретика сложностные стойкие криптосистемы. Это когда мы можем взломать криптосистему, то есть мы рассматриваем случай, когда информация CM равна HM. Но алгоритм криптоанализа относится к классу практически нереализуемых алгоритмов. Практически нереализуемых алгоритмов. При этом добавляем слово «любой алгоритм криптоанализа». Любой алгоритм криптоанализа. А это значит, что? Что это значит? А это значит, к сожалению, что для нас, для второго класса, необходима справедливость гипотезы P не равно NP. И даже более того, необходима справедливость гипотезы о существовании односторонних функций. Можно? Конечно. По-моему, из существования односторонних функций вытекает. Конечно. Из существования генераторов псевдослучайных чисел в том смысле, в котором они определили. Да, еще раз, да. Но я же еще раз говорю, что это самая слабая гипотеза. Поэтому я и говорю, что вот односторонняя функция – это еще более сильная гипотеза, чем вот эта. Поэтому действительно из нее вытекает это. Понятно, да? То есть на сегодняшний день, запишите, единственная криптосистема, которая претендует на принадлежность к классу теоретика сложностной стойкости, а кто мне подскажет, какая? Слышал кто-нибудь? Вы ее слышали каждый день? По два раза на дню даже, поскольку он криптограф. Diffie-Hellman. То есть,
единственный протокол Диффи-Хеллмана, обладая доказательством того, что его стойкость к определению, ну, естественно, к определению ключа, общего секретного ключа, эквивалентна задаче дискретного логарифмирования. Только для одной системы доказательства. Потому что она эквивалентна факторизации. Да. А факторизация, в отличие от дискретного логарифмирования, очень специфическая задача. Ну, это в частном случае задача у скрытой подгруппы в том или ином виде. Что дискретный логарифм, что факторизация? Не совсем. Ну, факторизация сводится к дискретному логарифму, сколько я не ошибаюсь. Дискретная логарифм, ну, не совсем так опять. Смотрите, дискретный логарифм, если бы мы умели решать дискретный логарифм, то мы бы умели решать и факторизацию. Да. Вот так. Поэтому вот я и говорю, что единственная криптосистема. Потому что задача факторизации, более того, в последнее время задача факторизации не только для квантовой модели не считается, так сказать, нестойко, а еще и в некотором смысле, скорее всего, она относится к классу P. Факторизация? Просто мы не знаем алгоритм. И справедливость, это слишком много подтверждений. Действительно, в пересечении классов NP и QNP. То есть где-то там же, где проверка на простоту. Ну, где-то там же, да. Это да. Но я больше скажу, ну, опять, давайте не отвлекаться. Мы уже столько отвлекаемся, что мы сильно отстаем, ребят. Хорошо? Я готов поговорить на этом очень много, но... И это второй класс стойкости, да? Понятно, да? Третий класс стойкости, теоретика системы. Третий класс стойкости. Так, ну мы сегодня хотя бы должны начать модели источника. Начнем. Теоретика системной. Значит, что такое теоретика системной класс стойкости? Это когда наш алгоритм криптоанализа, относится к практически нереализуемым алгоритмам, но для всех известных алгоритмов. То есть существует доказательство, да, что для всех известных алгоритмов криптоанализа, то есть разница со вторым классом, это в том, что там любой алгоритм криптоанализа, да, в том числе и неизвестный сейчас, а в теоретической системе это известный алгоритм криптоанализа. Ну и последний класс, как бы все остальные, да, это эмпирическая стойкость. Что такое эмпирическая стойкость? Это тогда, когда есть криптосистема, которая стойка большинству из известных классов криптоанализа, а остальные, так сказать, алгоритмы криптоанализа либо к ней просто не применялись, вот, либо имеют ограниченное применение. Вот пример теоретика системы — это RSA, да? Нет. Пример теоретика системы — это AES. Ага. То есть для известных методов, да, анализа. Да, да. Он стойкий. А RSA — это еще где-то ниже. Да, RSA — это ниже, к сожалению. Это эмпирический класс. Именно поэтому сейчас идет активная замена криптосистемы RSA, несмотря на ее красоту, несмотря на ее... Это, я считаю ее одной из самых красивых криптосистем, но, к сожалению... Вот. Опять-таки, если говорить об чистом RSA или говорить об RSA OAEP, тоже поговорим, что есть большая разница. Так, все, понятно по классам стойкости? Переходим к моделям открытого текста. Все не успеем, но... Итак, модели открытых тем. Значит, модели открытых текстов
все модели открытых текстов. Значит, что мы вообще, так сказать, понимаем под источником? Это кортеж. Это кортеж. А из множеств. А символы алфавита. М. Ну, давайте так обозначим. Вот так его. А в степени. Permission. И PM. Где А – множество символов алфавита, М – множество открытых сообщений, и ПМ – это некая мера, не обязательно вероятностная, да? А как мы с вами говорили, любая другая мера, введенная на множестве М. Самыми простыми моделями являются детерминированные модели источников открытых текстов, в которых М представляется как разность. Значит, где вот это А наше? Это сумма. Значит, при этом сумма множеств защищенных, запретных, извините, биграмм, триграмм, каграмм. Что? Не, еще раз, где пропустили, где вопрос? Там внизу К минус 1, вверху, или К плюс. Тут К и тут К. Тут плюс. Так просто вы писали 1, 2, 2, 3, то есть где-то нужно было надо больше. Индукция сбилась. Да. Понятно, понял. Давайте напишем 2. А, 2, 2. Это не важно. А, 3, 2. Это просто индекс. Ну да. Неправильно было. Так. Ой. А, там КК, да. Ну хорошо, давайте. Да, тут давайте так, чтобы было. Да, потому что символов, да, запрещенных символов, да. Смотрите, значит, это множество защищенных биграмм или запретных биграмм. Это множество запретных триграмм. Это множество запретных каграмм. В чем заключается идея детерминированного источника? Разделить все наше множество А со звездочкой на множество запретных строк, то есть те, которые не должны встречаться в открытом тексте, и множество допустимых строк. Вот мы обозначаем множество, это не степень, а просто обозначение множества A permission, то есть множество допустимых комбинаций. Что такое запретная комбинация? Например, в русском языке никогда не встречается подряд идущих слов, букв там, и, да, и. Хотя, вот тут начинается хотя, да. Если это текст про глухонемых, да, то все уже не так красиво. Поэтому вот на этом примере запишите еще одну вещь, очень практическую. Значит, что как множество запретных комбинаций, множество запретных каграмм для разных источников
определяется по-разному. Точно так же, как и вероятность, мы с вами дальше посмотрим, как и распределение вероятности, к грамм вероятностных источников. Да? Еще раз. Поняли, да? Что оно определяется для каждого конкретного источника отдельно. Расскажу случай из практики. Действительно, случай из практики. Это можно. То есть, один раз была ситуация, когда работали по русскому источнику. По русскому источнику шифр, в общем-то, был не очень сложный, но почему-то долгое время не удавалось ничего сделать. А причем источник был специфический. Источник, это давно было достаточно. Источник был СМС. И вроде бы все просто, вроде бы там несколько дней брали на успех. А неделю сидели, мучились, ничего не получалось. Вот. Пока в голову не пришло, давайте-ка посмотрим на характер человека и характер вообще, ну, его окружения и так далее. Но казалось, что это сутенер. Ну и, так сказать, сочетание и вероятность гласных букв там была значительно выше, чем, да, чем других. Ну, это чтобы вы хорошо запомнили, что вероятности распределения К-грамм, да, и вероятности определения множества запретных комбинаций очень специфично для разных текстов. Как правило, выделяют, то есть никогда нельзя сказать, да, вот когда вы приступаете к анализу, первое, что вы делаете, это определяете область. Да, это научно-технический текст, художественный текст там, и так далее, и так далее, и так далее. Можно вопрос? Да. Сутенеры шифровали сообщение с шифром Цезаря? Типа? Нет. Сразу говорю, нет. Там было что-то крутое, да? Ну, Жень, не задавайте вопросов, на которых я не могу дать ответ. Ну, мне просто чисто интересно. Что интересно? Так, на следующий у нас вероятностные источники. Да. По детерминированным вопросам нет, да? Нет. Хорошо. Вероятностные будут просто вероятностные источники первого приближения, биграмм и потом марковские источники первого и второго порядка. Может быть, это не стоит рассказывать? Все знают, что это? Или стоит? Лучше стоит, да. Лучше стоит. Понял, хорошо. Все, вопросы ко мне. Вопрос есть. Мы на следующей неделе в субботу отрабатываем пару за три.